день. Меня зовут Александр Карковецкий. Сегодня мы немножко поговорим с вами о том, о Windows Phone 7, о Windows 8, о каких-то мобильных трендах, о ситуации на рынке, как в СНГ, так в мире, так и в частности в Украине. Ну и попробуем обсудить какие-то возможности, преимущества, недостатки, тенденции. В первую очередь хочу спросить, у кого есть Windows Phone? Ух ты! А кто уже писал приложение для Windows Phone? Ух ты! Отлично! Значит, не все так грустно на самом деле. И я думаю, что те, кто еще не видел Windows Phone и не писал, я думаю, что после моего доклада, я надеюсь, вы, по крайней мере, посмотрите. В первую очередь, хотелось рассказать о том, как Microsoft подошел к переработке новой системы. Все мы знаем, что был Windows Mobile, который сейчас уже благополучно умирает вместе с Symbian. И Microsoft сделала один такой шаг. Она полностью отказалась от предыдущей системы, когда поняла, что вот эта система, она не сможет обеспечить дальнейший рост и тот экспириенс, к которому уже люди привыкли благодаря Android и iPhone. И такой вот логический шаг был достаточно сложный. Это полностью отказаться от системы и начать все с нуля. На самом деле, Microsoft немножко опоздала, да, года на три. И им необходимо было взять чем-то, что было бы не такое, как в iPhone, не такое, как в Android. И, собственно, началось все с Metro. Metro — это язык дизайна, который Microsoft использует как основной язык построения интерфейсов Windows Phone 7 и Windows 8 и других своих продуктов. На самом деле, Metro — это концепт, который зародился еще несколько лет назад, и он был взят из, ну, как понятно из названия, из идеи метро. Каждый из нас ездит в метро, может, там, бывал в разных странах, и человек, когда приезжает в другую страну, он видит некие таблички «вперед», «назад», «exit», «stop». И вот эти вот названия, таблички, они однозначно характеризуют то, что должен сделать человек. Даже если он не знает иностранного языка, даже если он приедет в любую страну мира, он сможет четко определить, что эта табличка «вперед», эта табличка «выйти». Собственно, вот этот примитивизм, он был положен в метро. То есть минимум графической информации, максимум информации для пользователя, для человека. Ну, как вы видите, вот различные там нью-йоркские метро, Манхэттен, то есть какие-то примитивные вот линии, квадратные, да, они стали как в основе метро. Понятно, что потом это все транспонировалось в что-то более. И Microsoft говорит, что Metro — это наш язык дизайна. Причем слово «дизайн» используется не совсем с точки зрения дизайна как компоновки элементов, да, там, или каких-то графических элементов, а скорее как язык построения интерфейсов. И здесь очень четко идут параллели с юзабилити, с экспириенсом, с какими-то другими вещами, которые позволяют пользователю получать максимальный удобства и получать максимальное удовольствие от использования Windows Phone 7 в данном случае. На самом деле, первый метр появился вообще в Zoom плеере, потом он понемножку начал перекочевывать другие Microsoft продукты. Сейчас мы это можем видеть в Zoom плеере, все сайты Microsoft переводятся на новый Metro интерфейс. Ну и, собственно, это является основным языком интерфейса для Windows Phone 7, для Windows 8 в частности. Давайте посмотрим основные принципы, какие были заложены в Metro. Во-первых, это чистый дизайн, быстрый, который позволяет на данный момент на экране видеть только то, что необходимо пользователю. Вот вчера буквально мы сидели и сравнивали два приложения, вернее, одно и то же приложение, которое написано под разные мобильные платформы, под iPhone и под Windows Phone. А Windows Phone, там было всего три иконки и три каких-то пункта меню. А в iPhone это было вот какие-то менюшки, настройки, в общем, намного больше информации. Так вот, разница в Metro и Windows Phone 7 в том, что Metro подразумевает, что в конкретный момент времени на экране находится только необходимая пользователю информация, ничего более.
Поэтому большие шрифты, поэтому большие иконки и очень много места, которое вроде как некоторым кажется тратится впустую. Но здесь очень важно вообще сделать небольшое лирическое отступление по поводу того, по поводу вообще философии разработки мобильных приложений. Очень часто приходят заказчики и говорят, в лучшем случае, вот у нас есть сайт, мы хотим мобильное приложение, вот сделайте как на сайте. Мы говорим, ну вот надо поменять, типа, вот, допустим, там на зеленая иконка, а вот, допустим, для Android, для iPhone, для Windows Phone, там есть свои концепты, которые нужно следовать. Он говорит, я хочу зеленую иконку. А нельзя, нужно делать в мобильных понятиях. И это в лучшем случае, если он приходит, опять сайт. Очень часто наоборот, приходит человек и говорит, вот у меня есть приложение для iPhone, мне необходимо такое же под Windows Phone 7. И тогда начинаются проблемы именно вот философские, да, и подходы. Потому что необходимо заказчика убедить в том, что мобильное приложение под разную платформу должно, не должно быть похоже друг на друга, потому что совершенно разные концепты. Вот, собственно, второй принцип, он как бы пересекается, это контент не Chrome. Тут мы не говорим о том, как оформить данные, мы просто даем данные, показываем. А пользователь уже сам решает, что с ними делать и куда двигаться дальше. Еще один принцип, который заложен, это типография. Типография вообще-то наука, которая занимается тем, как печатный текст представить в газетах, в журналах, то есть верстка. Здесь немножко по-другому, то есть задача типографии в концепте метра, в контексте метра – это то, как правильно расположить элементы для того, чтобы, во-первых, было удобно смотреть на экран и получать… Вот, например, Microsoft в данном случае разработал свой шрифт специально для Windows Phone 7, который очень обалденно смотрится. Вот, и если посмотреть на презентацию, то, собственно, вся презентация сделана из этого шрифта, который называется Segway UI. И вот эти вот принципы компоновки, подачи текста, они заложены тоже в метре. Следующее — это motion, то есть движение. Идея в том, чтобы очень часто мобильные приложения, они имеют менее производительность, они менее производительны, чем компьютеры. И очень часто, когда мы начинаем что-то нажимать, да, там соединение с интернетом, начинаются тормоза, мы начинаем ждать. Идея Windows Phone в том, что когда мы что-то делаем, у нас сразу идет отклик. То есть прогибаются иконки, текст начинает как-то изгибаться, и начинаются какие-то анимации. За счет этого создается впечатление, что все работает, и работает очень быстро. Допустим, если мы нажимаем какую-то кнопку, переходит с одного экрана на второй, мы получаем там 2-3 секунды, но за счет анимации кажется, что все работает очень быстро. И это, на самом деле, тоже достаточно интересно, потому что те, кто пользуется Windows Phone, они как бы едины в мнении, что он не тормозит никогда. Ну и, в принципе, он метро аутентично-цифровой, то есть он разработан чисто для цифрового мира. Вот очень хороший пример приводится. Это, ну, все знакомы с iPhone и, допустим, iBooks, да, там, где есть такая книжная полочка, и вы вот эти книжные полочки там с книги достаете. По сути, это является проекцией реального физического мира в цифровой мир. Мы привыкли брать книжку с шафы, да, там, и ее там читать. А метро подразумевает другой подход. То есть он абсолютно цифровой. Нет никаких книжек, нет никаких полок. Мы просто нажимаем на кнопку, получаем свой файл. Значит, кому-то это может показаться странным, кому-то неудобным, кому-то неправильным. Но, скажем так, это другой подход, другое мышление. И поэтому, в первую очередь, когда вы будете разрабатывать приложения для Windows Phone 7 и Windows 8, в первую очередь вам необходимо немножко поменять то, как вы смотрите на вещи. Вот, например, такой пример. Если это сайт, у нас есть какая-то контактная информация. Что мы, как правило, выделяем? Например, адрес. Да, мы говорим, адрес пишем там маленькими буквами, зато сам адрес пишем большими буквами. Либо телефон, само слово телефон маленькими, телефон жирными большими. Здесь немножко все по-другому. То есть, когда мы заходим в книжку адресную, мы видим просто call mobile и маленьким шрифтом телефон. Или send CMS, SMS. То есть идея идет на действие, а не на конкретную информацию. Потому что мало, ну я не думаю, что многие помнят там все 100 телефонов, да, там, или все адреса, которые у вас есть всех ваших друзей со всех социальных сетей. Поэтому идея метра и Windows Phone — это действие.
послать смс-ку, позвонить. А если мы уже захотим посмотреть, собственно, какой там номер телефона, мы уже можем сделать. Собственно, еще один такой философский вопрос, это то, что в первую очередь необходимо следовать принципам метра, когда вы разрабатываете какое-то приложение, в особенности корпоративное. Есть некие корпоративные цвета, есть какая-то некоторая политика, но в первую очередь вы должны ориентироваться на метра. Если вы сделаете метра, то в принципе основное брендирование у вас в любом случае получится. Есть большой, вот эти вот контролы, которые сейчас на экране, это называется панорама. То есть принцип панорамы – это объединение различного типа контента вот такой вот большой растяжки. На это все вы ложите какой-то background image, и в принципе у вас получается вот достаточно все красиво, динамично. Опять-таки, чего-то похожего как бы для iPhone, для Android нет. И идея в том, что вам необходимо перестроить как подачу информации, так и те принципы, которые вы будете, ту информацию, которую вы будете показывать пользователю, и в каком приоритете она будет показана. Если же говорить о состоянии рынка, ну, о чем считают в основном, это по количеству приложений, которые написаны для мобильной платформы. На данный момент, по-моему, перешагнулась отметка 80 тысяч. Здесь вот немножко, ну, на неделю буквально запоздалые данные, то есть 77-305, вы видите, как повышается кривая, буквально, по-моему, 300-400 приложений в день. Если же говорить о распределении платные и бесплатные, очень многие сравнивают, сколько процент бесплатных приложений в Android, сколько в iPhone, сколько в Windows Phone. Почему-то считается, что в Windows Phone очень много платных приложений. Вот этот график полностью это отрицает. 73% приложений это бесплатные. 12-15, значит, в Windows Phone есть такая штука, которая называется Trial API. Значит, в чем она заключается? Если по другим мобильным платформам вы должны выпускать, допустим, бесплатную версию отдельно, платную отдельно, то здесь есть дополнительный Trial API, который позволяет платную версию делать реальной. Причем это все на уровне маркетплейса. Все, что вам необходимо сделать, подключить Trial API и написать, если Trial, значит выполняем вот этот код. Если нет, выполняем другой код. Все. Вы говорите при публикации, что мое приложение поддерживает Trial режим. Причем триал это не временный, это функциональный триал. То есть вы сами разграничиваете ту логику, которую будет показываться для триал приложения для платного, для полного приложения. И пользователь может скачать вначале триальную версию, если ему понравится, он покупает. Это не два приложения. Это удобно. Именно поэтому количество приложений, наверное, ну, то есть приложений больше, приложений меньше. Потому что одно и то же приложение не дублируется несколько раз. В принципе, за счет специфики некоторых регионов, например, там в Украине не был доступен, там еще там полмира не был доступен Marketplace. Поэтому, если вы делаете платное приложение с триалкой, то оно попадает в платную ленту. А многие люди просто не могут покупать, поэтому они в платную ленту даже не смотрят. Поэтому в таком случае было бы правильно все-таки выпускать платную триальную и бесплатную для тех, кто не может качать. Хотя в последнее время количество маркетов растет, немножко позже я расскажу, что у нас здесь в данный момент. Но в любом случае бесплатных приложений достаточно много. Ну и если сравнивать среднюю цену, то в принципе я не могу сказать, что она очень сильно отличается от других платформ. Немножко статистики, фактов, ну это буквально там за последний месяц. Значит, Nokia недавно отчиталась, они запустили Nokia Lumia, несколько моделей. За первый квартал 2012 года было продано около 2 миллионов штук. Это то, что было продано. Не так много, но в принципе не так мало. Значит, в Великобритании Windows Phone 7 по рыночной доли уже обошел Symbian. Факт. В данный момент в Норвегии Windows Phone уже имеет 7% рыночной доли. Lumia 800, значит, 87 продаж всех Windows Phone телефонов в Европе, это Lumia 800. Буквально несколько дней назад была выпущена Lumia 900,
плюс 610-е, то есть и сейчас они там являются самыми продаваемыми телефонами в Амазоне. То есть если вы сейчас зайдете в Амазон, посмотрите топ самых продаваемых телефонов, вы увидите две Lumia на первом месте. Если вы зайдете в топ Customer Rates, вы увидите 5 телефонов на Windows Phone. То есть это удовлетворенность пользователя телефоном. То есть опять-таки факт, можно зайти посмотреть. 250 тысяч Nokia Lumia были проданы в России в первом квартале 2012 года. Причем наши российские коллеги очень красиво отчитались, сказали, что в сегменте более $400 Windows Phone было продано больше, чем iPhone. Ну, то есть, опять-таки, iPhone чуть подороже, но в любом случае, как бы в количествах измерениях немножко было больше. Это, по-моему, были то ли МТС, то ли еще какой-то оператор мобильный, который отчитался в своих продажах в рознице. И если говорить за Украину, то Nokia стартовала свои продажи 29 марта, то есть буквально несколько недель назад. Сейчас вы можете наблюдать рекламу по всему городу Nokia Lumia. То есть у нас продается 800 и 710, две модели. Ну, если говорить в целом, потому что в разных странах рыночная доля она по-разному распределена, в принципе, сейчас это 4%. Не так много, но в принципе она растет медленно, но уверенно. Теперь давайте поговорим немножко о технических вещах, все-таки у нас технический блок. Значит, как вы можете вообще разрабатывать приложение для Windows Phone 7? У вас есть два выбора, это Silverlight и XNA. Давайте сначала про Silverlight поговорим. В данный момент Silverlight, последняя версия десктопа, это четвертая. Windows Phone 7 использует версию третью, 3.5 вернее, плюс адаптация под мобильные устройства. То есть датчики, сенсоры, медиа, дата, GPS и другие вот сервисы и датчики. Значит, Windows Phone 7 имеет поддержку Xbox Live. Для тех, кто не знает, это такая вот сеть, я не знаю, то есть геймеров, которая построена на том, на ачивментах. То есть человек играет в Xbox, зарабатывает какие-то ачивменты, они красивенько там суммируются. В общем, и люди там ночами пытаются перепрыгнуть друг друга. То есть это есть все интеграция с Windows Phone 7. Но опять-таки, вы не можете писать на unmanaged code, то есть C++ не поддерживается, вы должны писать на C-Sharp, Visual Basic, ну и, собственно, на Silverlight. Если говорить про XNA, это платформа для написания игр для Xbox. То есть вы в равной степени можете использовать XNA для разработки игр под Windows Phone 7. Причем вы можете написать приложение, например, для Xbox, а потом это все портировать для Windows Phone 7. Я не могу сказать, что там совместимость 100%, но, скажем так, какая-то часть кода, которую пишете под этой платформой, они могут они совпадают. То есть время на разработку в совокупности, оно как бы меньше. Mango в последней мажорном апдейте, значит, мы не могли раньше использовать Silverlight и XNA одновременно. То есть мы пишем либо на XNA, либо Silverlight. В чем разница на самом деле? Silverlight — это ивентная модель. То есть человек нажал на кнопку, что-то произошло, вы отреагировали. В это остальное время мы просто ждем реакции пользователя. XNA — это технология потоковая. То есть каждый раз, то есть в реальном времени, то есть она каждый раз что-то отрисовывает, ну и, естественно, реагирует тоже на действия пользователя. Поэтому, если вы захотите там, написать какой-то 3D-эффект, да, то на Silverlight вы тратите очень много времени, сделайте это очень просто на XNA. И наоборот, если вы в XNA захотите нарисовать какой-то небольшой поп-ап, то это у вас займет тоже очень много времени, потому что оно не заточено для Mango. В 7.5 версии, который был самый главный мажорный апдейт, разработчики объединили возможность использования Silverlight и XNA в одном проекте. То есть вы можете использовать как одно API, так и другое. Ну, например, очень часто в Silverlight приложениях используется Media API, который в XNA более продвинут. И как бы миксовать такие вот приложения. Если говорить о инструментах, то в принципе это привычная всем тут .NET Visual Studio. Причем для
Если у вас есть полная версия, то установка инструментов вас просто добавит новые проекты. Если у вас нет купленной Visual Studio, вы можете скачать экспресс-версию, которая бесплатна, которая полноценная, не обрезана. Для построения дизайнов мы можем использовать Expression Blend, XNA Game Studio для разработки игр. Ну и это все как бы объединяется стандартным для Microsoft набором, то есть документация, коды, сэмплы, форумы, блоги и прочие инструменты. Значит, по поводу клауда. Значит, у нас есть следующие вещи в клауде. Это push notification, то есть есть специальный сервер, который находится является частью инфраструктуры Microsoft, который отправляет push notification на телефон. У нас есть некоторые там location, identity, feeds, Xbox Live, social maps, то есть те облачные сервисы, которые мы имеем поддержку. Кроме того, Windows Phone 7 интегрирован с 6 самыми популярными платформами. То есть это встроенная поддержка телефона. Это Twitter, Facebook, LinkedIn, Live, Gmail, ну вроде все. То есть вы можете просто подключить свой аккаунт и сразу синхронизировать все свои контакты всех социальных сетей. Это достаточно удобно. Ну и кроме того, если вы там пишете приложение и вам необходимо отправить какой-то твит, либо расшарить в интернете, вам ничего не нужно сделать. Вам просто нужно вызвать специальный таск, который все это сделает за вас. В зависимости от того, какой аккаунт подключен к вашей системе. Ну и в принципе там какие-то есть вот портальные сервисы, которые являются вот сертификацией, какая-то Business Intelligence. Ну, в чем отличие, например, сертификации Windows Phone 7 приложения? Вам не нужно получать каких-то сертификатов дополнительных, как это, допустим, в iPhone. Да? То есть вы должны получить Provisioning Certificate, Developer Certificate, потом это все красивенько на конкретной машине деплоить и отправлять. После этого оно будет сертифицировано. Здесь все проще. Вы просто разлачиваете телефон, вы можете его использовать на любой машине, и устанавливать туда там, до 10 приложений в обход Marketplace. То есть достаточно удобно, Microsoft сама берет на себя ответственность за сертификацию приложений. По поводу того, как происходит сертификация, то есть если у вас какие-то проблемы и по какой-то причине не прошел, ну, ваше приложение не было сертифицировано, Microsoft присылает вам полный отчет, значит, на каких телефонах оно тестировалось, значит, steps to reproduce, да, то есть как воспроизвести проблему. Вот самая, конечно, шикарная PDF, которую мне прислали, это то, что клиент для Евровидения, который мне написали, он не прошел сертификацию в странах, где запрещены там эротический контент. Вот, и они прям так написали. Вот заходим, значит, в ленту новостную, кликаем на вторую там новость, там красивая сексуальная женщина, в общем, нельзя. Ну и, собственно, телефоны, на котором это все тестировалось. То есть достаточно удобно, мы сразу понимаешь, собственно, в чем была проблема и куда нужно смотреть. Итак, по поводу еще сертификации, значит, в последнее время Marketplace был расширен на большое количество стран, в том числе Украину. Единственное, что это в Украине Marketplace пришел консюмерский. То есть мы можем сейчас подсоединить свой Live ID и покупать приложение в Marketplace. И разработчики могут публиковать приложения, в том числе для Украины. Но девелоперы пока что не могут как бы зарегистрироваться как украинский разработчик и официально как бы зарабатывать деньги на этом. То есть это проблема, и сейчас ее пытаются решить. Если говорить о том, в общем, куда это все движется, значит, у нас есть следующий момент. У нас есть 4 этапа. Первый небольшой апдейт был в 2010 году. Самый большой апдейт — это Mango, который принес большое количество обновлений и сейчас является там, на 90% той версии прошивки, которая установлена больше всего. Значит, совсем недавно вышло обновление Tango. Tango принесла одно важное обновление — это возможность паблишинга Windows Phone 7 на более дешевые телефоны. То есть с более низкой производительностью. Если стандартный минимум 512 мегабайт для аппаратов, то Tango позволяет теперь устанавливать приложение с 256 мегабайт памяти. Собственно, Nokia уже выпустила телефон 610, который опять-таки
он немножко ограничен, потому что ограничения есть в связи с вот с этими танго и меньшее количество памяти, но он и стоит намного дешевле, там в районе $100 в миллион гигов. То есть вы можете, то есть задача танго – это дать возможность производителям выпускать более лоу-кост девайсы. Значит, за счет чего достигается вот эта вот производительность? То есть какие-то бэкграунд-процессы работать не будут, то есть какие-то более жесткие ограничения на приложение, на выделяемую память, на память, но в любом случае Microsoft гарантирует, что ваши приложения не будут тормозить. И они будут одинаково работать под все телефоны. Ну и, собственно, Apollo, который собирается в четвертом квартале 2012-го, по сути, это, ну, неофициально это называют уже Windows Phone 8, то есть это более большая интеграция с Windows 8 грядущим, это какие-то другие важные обновления, о которых пока еще не совсем много есть информации. Но вот очень было много споров, слухов по поводу того, будут ли поддерживаться старые телефоны, смогут ли они обновиться. Буквально несколько дней назад Microsoft в официальном блоге написала, что да, будет. То есть мой телефон HD7, который я купил 1.5 года назад, он сейчас работает на актуальной прошивке, и когда выйдет Apollo, я ее тоже получу. То есть вы понимаете разницу, да? То есть нет зоопарка вот этих девайсов. Вы четко уверены, что приложение, которое вы написали, оно одинаково хорошо работает, либо одинаково плохо работает на всех мобильных телефонах. Если говорить по Windows 8, кто-то уже видел, пробовал, ставил. Ну, есть, да. То есть здесь уже Consumer Preview. То есть вы можете уже установить на свои ноутбуки, и в принципе сейчас тоже на ноутбуке у меня стоит Windows 8, немножко непривычно. Вот, но самое главное изменение по сравнению с Windows 7 – это так называемый метрорежим. То есть вот здесь вот нарисован как раз-таки метрорежим, то есть вы видите те же иконки, тот же метро, и в принципе это адаптация для планшетников. То есть это то, что то есть метроприложения позволят Windows 8 устанавливать на планшет. Если сравнивать Windows Phone 7 и Windows 8, то те знания, вот тоже было много слухов, да, там Silverlight умер, не умер, то есть да, он для десктопа переходит, HTML5 немножко задавил, выбрали все-таки HTML5 как основное направление, в том числе Microsoft, но Silverlight не умер для телефонов и для Windows 8. То есть все те практики, все те навыки, которые вы имеете, вы можете использовать для разработки Windows 8 приложений. На самом деле API практически похожи, принципы очень похожи. Единственное отличие, ну, допустим, какие-то отличия в контролах. Да, немножко другое API для работы с сенсорами, немножко другой API для работы с изолированным хранилищем. Но идея работы, она практически одинакова. То есть если вы уже писали приложение для Windows Phone 7, на Windows 8 перейти будет достаточно просто. Опять-таки, классический, то есть это метрорежим, еще будет классический режим, к которому мы, собственно, привыкли, то есть мы можем между ними переключаться. Это, ну, как бы, это вызывает такие интересные моменты, например, будет два Explorer, Thread Explorer. Один Explorer будет для метрорежима, и один Explorer будет тот, который мы там десктопный используется. Ну, опять-таки, Explorer, Mozilla, они тоже сейчас делают метро-версию. То есть, например, метро Internet Explorer, он не будет поддерживать Flash, Silverlight, какие-то add-in. Это будет просто вот расширенный там мобильный браузер, да? Ну и полноценный Internet Explorer для всего остального. То есть, как будет это все дублироваться, но вот я видел планшет на Windows 8, ну, достаточно неплохо. То есть сейчас идет работа над производительностью, идет работа, чтобы Windows 8 стал на ARM, и, в принципе, когда это все случится, будет, ну, на мой взгляд, достаточно интересно, как минимум. Если говорить с точки зрения технологий, у нас есть следующее. Во-первых, у нас немножко поменялась архитектура Windows 8, то есть Microsoft наконец-то решила разбить какие-то вещи, да, там, ядро, какие-то компоненты для того, чтобы можно было обеспечить меньшую связанность компонентов. Самое основное, которое меня вводит просто в дикий экстаз, это то, что можно метроприложение писать на JavaScript. Ну, я думаю, что лет через 5 человек, который не будет писать на JavaScript, это значит, не будет разработчик, потому что сейчас практически все на JavaScript можно писать.
Вот. Идея следующая. У нас будет несколько языков. Это C++, C#, Visual Basic, JavaScript, HTML, CSS. XAML как язык разметки. И это все будет MetaStyle Applications. Внизу это будет WinRT, совершенно новый компонент, который как раз таки появился в Windows 8. Ну и desktop apps, как мы привыкли писать на HTML, JavaScript, C#, то в принципе оно так и останется, никто эти технологии никому не забирает. Вот. В принципе, наверное, все. Вот основная идея, вот, нет, я имею в виду в этом слайде все, там еще несколько есть. Уже? Окей, очень быстро. Да, окей, очень быстро. Значит, Windows Store будет отдельно от Windows Phone, он уже работает только для 6 стран по приглашениям, уже есть несколько приложений. Теперь по поводу статистики. Вот, в общем, мы уже написали около 10 приложений. Значит, одна игрушка, Undercard, значит, она сейчас в некоторых топах приложениях, и достаточно, ну, есть еще там 2-3 приложения, которые вышли за 1000 заказчик. Если говорить за 3 месяца, статистика — это около 100 тысяч заказчик. То есть вот то, что можно как бы сейчас рассчитывать. А, вот есть график, да, там, вот, ну, 91, ну, я думаю, что на сегодняшний момент уже 100 тысяч есть. Это за 3 месяца. Ну, вот, вот такой вот рынок. А, ну, как бы все. Спасибо. Вопросы? Есть вопросы? Подходите к микрофону, задавайте. Добрый день, Иван Панелос. Александр, спасибо за доклад. Такой вопрос. Как решен вопрос локализации? Насколько я понимаю, это решение было в Mambo. Сейчас поясню. Если я правильно понял из вашего доклада, все преимущество в MetaStyle — это в краткости и понятности для всех людей, где бы они ни жили. Потому что там одинаковая навигация и все остальное. Английский язык, он славится своей краткостью, да, то есть там есть емкие фразы, которые понятны и все хорошо. А как решен вопрос локализации с переводом, там, например, на славянские языки, то есть в украинском, в русском? Значит, смотрите, во-первых, метр он подразумевает lowercase для заголовков, для основных каких-то тайтлов. Тоже очень многих сбивает с толку, потому что мы привыкли в славянском языке, а в русском, украинском мы не можем писать там имена, фамилии с маленькой буквы. Но в принципе метро подразумевает, что мы должны это делать. Значит, Microsoft решила вопрос с локализацией следующим образом. Они выпустили документ многостраничный, где для каждой культуры рассказывают национальные отличия и то, как необходимо локализировать приложение. То есть там вот сколько языков они поддерживают, там 20-30, вот для каждого языка есть специальный документ, где можно почитать. Вот, например, если там lowercase для английского языка, то, допустим, в немецком языке это совершенно неприемлемо писать в lowercase. Поэтому написано, что вот для немецкого языка вы должны вот это писать всегда в uppercase. То есть вот такие вот рекомендации, они есть как best practices. Спасибо, вы более расширенно ответили на мой вопрос, но идея была в чем? Например, в английском языке будет там какое-то короткое слово settings, да? А на русском, на украинском это будет настройки налаштования. Оно, скорее всего, не влезет в эту графу, где было предусмотрено только для settings. Да, я понял. В этом случае просто нужно, ну, Twitter научил нас думать 140 символов. Вот как бы все пункты меню нужно там умещать в 20 символов. То есть действительно это проблема, потому что pin to start и прикрепить на стартовый экран — это совершенно разные, то есть необходимо думать, как это то ли сокращать, то ли как-то по-другому называть. Действительно это проблема, и это просто надо, ну, думать, как правильно подать эти слова, локализировать. И проверять обязательно, потому что если сертификацию будет проходить приложение, если оно действительно не будет все помещаться, и это будет важно для пользователя, то он может завернуть и сказать, ну, придумайте какое-то более меньшее слово. Ну, метр на самом деле к локализации не совсем имеет отношение, да, но действительно большие фразы будут обрезаться, и метр это подразумевает, что если что-то большое, вы можете их обрезать без проблем. Человек будет из контекста понимать, о чем речь. Вопрос. У меня вопрос, ну, для нашего рынка несколько такой новый, но вообще для, допустим, для тех же Штатов, для Европы, это вопрос потокового видео. То есть поддержка стандарта майкрософтовского в мире, она просто никакая.
То есть свой стриминг, который там выбран за стандарт, его стандартные CDN поддерживают только Akamai, и из популярного сервиса это, Netflix. Но фактически для мобильных устройств сейчас стандартом становится HLS. Особенно после того, как Android, промучившись с RTSP, они тоже решили в последней версии сделать HLS. И то есть, если сейчас приходит какой-то заказчик, вот, нам нужно видео в HLS. То есть, про smooth streaming никто не говорит. Ну, к сожалению, да, то есть очень много сервисов, в том числе, например, карты, да, то есть они, допустим, бин-карты для нас не актуальны. Вот, в России пошли следующим способом, они вместо стандартных бинговских поставили Яндекс.Карты. По поводу видео, к сожалению, не могу ответить, это больше, наверное, вопрос как бы, к Microsoft, что они не поддерживают какие-то стандарты. Вот, но, в принципе, там какое-то определенное количество стандартов есть. Другой вопрос, что действительно иногда не хватает. Есть некие ограничения. Ну, просто вы, купив телефон или планшет, вы просто не сможете увидеть большинство видеосервисов. Ну, сейчас все идет как бы на HTML5, да, чтобы можно было смотреть это все через... Ну, HTML5 это HLS. Ну, не совсем. Ну, для Лива это только HLS. Давайте эту дискуссию перенесем в кулуары. У меня вопрос еще по поводу, мы знаем, Windows 8 нативная платформа разработки, нативная API, это WinRT, да? Что Microsoft говорит и говорит ли что-нибудь, что будет нативным API для следующей версии Windows Phone 7 или 8, как она там называется? То есть это будет тот же самый Silverlight или все-таки уже тоже будет общая у них API с Windows 8? Значит, смотрите, по поводу вот этого обновления Apollo сейчас очень мало данных, поэтому что-то говорить конкретно я не могу, потому что могу очень сильно ошибиться. Silverlight никуда не идет. Другой вопрос, что все разработчики ждут Native Development Kit для того, чтобы можно было на Managed Code писать. Возможно, через какое-то время мы это получим, но пока таких вот официальных данных нет. Спасибо. Как у вас реализована мультизадачность? У меня или Windows Phone? Windows Phone, да. Последний. Значит, мультизадачность на самом деле ни в одной мобильной платформе нет 100% мультизадачности. То есть идея следующая. Windows Phone 7 у нас есть так называемый режим захоронения. То есть, когда мы выходим из приложения, приложение, получается, тушится и идет в бэкграунд. После того, как мы попользуемся другим приложением, мы можем между ними переключиться и поднять его из этого состояния. Для разработчиков это означает то, что если приложение падает в этот режим, то необходимо его правильно обрабатывать, то есть сохранять сессию, сохранять какие-то данные и при следующем запуске просто поднимать в том самом состоянии, в котором был до того, как ушел захоронение. Ну, а если это очень если кратко, потому что времени особо нет. Если говорить технологически, то это микс модель айфона и андроида. То есть это есть какие-то вещи взяты с андроида, какие-то с айфоном, и они объединены в Windows Phone. Для того, чтобы экономить батарею и все-таки дать многозначность. С другой стороны, Skype, который вышел под Windows Phone 7, он достаточно ограниченный, как раз таки за счет вот этих вот ограничений платформы. Сейчас Microsoft очень сильно думает, как расширить там, или внедрить какие-то вещи, чтобы Skype был полноценным, чтобы можно было сидеть и получать месседжи, да, а не только тогда, когда мы сидим в приложении. Поэтому это немножко есть проблема. Ну, это достаточно важный вопрос. Я думаю, что Microsoft знает об этом. Очень много фидбэка. Ну, у Microsoft есть специальный сайт на User Voice. То есть любой разработчик, любой человек может зайти и сказать то, что ему не нравится. И вот эти вот фичи, которые будут там на самом верху, они в следующих версиях будут в первую очередь исправляться. Поэтому, если что-то не нравится, можно зайти, отправить отзыв, и если он найдет поддержку других пользователей, то в следующей версии наверняка включат его в релиз-план. Там push notification. Можно, если есть вопросы, то к микрофону подходите сразу.
все вас услышали. Да, но я думаю, если будут еще какие-то вопросы, vp7rocks.com, это тот сайт, который я веду, и, в принципе, все вопросы по Windows Phone можно задать в каком-то интерактивном режиме, постараюсь ответить всем. Спасибо. Спасибо большое.